Доброго всем времени суток, друзья! Здравствуйте, гости, подписчики канала. 2 года этому костюму, в котором я сижу, и этому, который висит, которые покупались на AliExpress. Сейчас не помню, сколько он тогда стоил. Сейчас он стоит специально, вот перед тем, как снять видео, я зашел, посмотрел, 19 с копейками американских рублей. То есть по сегодняшнему времени это, ну, на мой взгляд, офигительная сумма. Она и тогда была классная. Так, по костюму. Значит, ну, за 2 года он стирался, ну, понимаете, не один раз, даже не один десяток раз. Поскольку этот костюм в машину, в лодку, на вылазку весной, легкой весной, ну, в смысле, уже тепленько там после мая. И так далее. Жена вообще в нем на работу и на работе сутками. Ну, не сутками, а пока магазин открыт. Да. Вот. Ну, по поводу того, что... Не смотрите, у меня кот, если волосня какая. Что тут, можно сказать, отстиралось. Как знаете, переживают некоторые, что оно все поотлетает. Ничего не отлетает, абсолютно. Ну да, условия как бы есть, где-то может быть и катышки, это можно убрать, но я специально ничего не убирал. Вот. Кстати, я еще и полюбляю в этом костюмчике так прикирнуть хорошо, поспать. То есть он у меня такой боевой, поскольку денег стоит мало, вот, никакого уважительного отношения к нему нет. Штани выглядят по-прежнему так же. Вот. Ничего нигде, как говорится, все в норме. Не, ну повторяюсь, может какие-то катышки там и есть. Может быть. Но для этого есть специальные машинки, которые катышки убирают элементарно. Ну то, как говорится, если это нужно. Вот жены костюм, который, наверное, ну побольше моего. Потому что я на работу в своем не ходил, я его купил, уже не работал. А жена в это время еще работала. Да, может быть где-то катышки и есть. Но повторюсь, ничего не по это самое... Не поотлетало, не по... Ну, не, да, по... Не, вот потерлось, да, не потерлось. Ничего не потерлось, да? Да, да. Эксплуатировался на 100%. Хвост и в гриву. Для тех, кто захочет посмотреть, ну, полный обзор, там, вывернули, какой размер, сколько у меня рост, там все эти молнии. Короче, вот самый первый мы его купили, я не помню, чуть-чуть поносили и сразу сделали обзорчик. Ну, сначала я себе посмотрел, какой классный. Потом там через какое-то время, по-моему, через месяц у жены появился. Или раньше, я не помню. Вот. Ну, короче говоря, смотрите. Сейчас я сделаю вставочку. Кому интересно, посмотрите. Поскольку никто не отозвался мне, что кто-то покупал до меня, купил я сам, как говорится, на свой страх и риск. Если мне не изменяет память, вот это на мне 6XL. Я про костюм, естественно. Вот. Пришел, вот неделю его юзаю. Скажем так, впечатление положительное. Во мне 1,86 м ростом, ну, килограмм 110-115, не знаю точно, весы сломанные. Вот так вот я в нем выгляжу. Я захожу весь полный рост. Ну да. Вот так вот он выглядит на мне. По карманам. Карманы, конечно, немножко мелковаты. Я бы сделал бы побольше. Ну вот я вставил, да, вот приблизительно вот так. Не до, ну как бы до вот сюда не доходит. Вот как-то я не знаю, как объяснить. Вот я, если я руки вот так вытянул, то мне где-то вот так вот. Ну, если, видно, конечно, в кулаки сжал, то, ну или не в кулаки, а так прижал пальчики, то вот так. Значит, бруки. Широкий такой ремень. Тоже утяжечка есть такая, типа этого. Ну, кармашки немножко, мне кажется, больше, чем на Куртофане, но тоже как бы не вот такие, что прям колени можно почесать или в бильярд поиграть, скажем. Значит, чтобы не было потом этих самых, я замерю по кранцу, то есть по пузу.
сам себе. 129 сантиметров. Значит, по брукам. Не, ну я показываю, какое оно. Вот, чтобы вы приблизительно понимали, что я мужчина крупный, не детского размера. А теперь вот иди, будем его показывать на выворот, какие швы, строчки. Вот. Ну, значит, это, скажем так, такая краска, печать. Конечно, через какое-то время оно все, по идее, должно стереться. Но там, где я его брал, он сейчас вообще очень много отзывов. Начиная покупали от детей, кончая. Ну, такого, как я не нашел, конечно, крупного человека. Но отзывы только положительные. Значит, смотрите, вот строчечки. Показывает Аня. Вот как соединяется. Вот обметочка. Почему-то здесь стоит 3 икса. Может быть, это... Короче, по ссылке перейдете, посмотрите. Вот. Вот смотрите, как обстрочены рукава. Как идет строчка вот плечевая. Вот боковина. Вот такой вот карманчик. Это такой вот... Ну, флис. Типа флиса, тонкий, да, Тань? Флис. Только тоненький флис. Тонкий флис. Тонкий флис. То есть по качеству... По качеству претензий вообще нет. Ну вот жена у меня как бы специалист, да, и я как бы не последний, да. То есть я сам умею шить на машинке. Вот в лихие 90-е научился всему, все делать сам. Вот, как-то вот такое вот у него качество. Капюшон внутри, как назвать это? Полиэстер? Трикотаж. А? Трикотаж. Трикотаж, да? Да. То есть вот голова ваша будет не на флисе электролизовываться или чего там, а на этом самом. Ну, бруки. То есть, да. Вот здесь вот есть резинка хорошая такая, широкая. Плюс вот такие, ну, на мои, сколько я там намерил? 130, да? Да, 129. Конечно, остается кесик, но завязать, в принципе, как говорится, ну, это ты сидишь, если ты встанешь, будет легче. Ну, там не тяжело, я просто говорю, что как бы... То есть, я не знаю, вот внешние строчки, по-моему... Ну, все очень качественно. Короче говоря, за 20 баксов альтернативы нет. Это однозначно. Вот. Он такой и не теплый, как бы, ну, прям вообще зимний, да? Вот. Но такой, ну, как бы ты назвала? Ну, это весна ближе, вот летом вечером, да, одеть майские, тоже хорошо. Да, вечера, вот летом, если у вас прохладно. То есть, в принципе, да, это не какой-то там супер-зипер, но нормально все работает. Естественно, что он вытянется через какое-то время, будет, наверное, посвободнее. Значит, скажу так, после того, как я померил сам, вот, мы купили жене тоже. Но только он еще в пути другой расцветки. Там есть расцветки розовые, есть ярко-красные, есть, ну, я имею в виду, соотношение. В общем, я вставлю скриншоты. Всевозможные расцветки там есть. Какой-то фиолетовый, да, помнишь? Да, сиреневый или сиреневый фиолетовый. Сиреневый есть. Ну, короче говоря, там есть из чего выбрать. Если вас заинтересовало, как говорится, ссылка под видео. Вот такой вот костюмчик. Считаю его очень удачным приобретением, а учитывая ценник, даже классным. Со спокойной совестью. Если вас не пугает вот такая вот, скажем так, ну, заметная... Боевая раскраска очень даже неплохо, могу порекомендовать. Спасибо, если вы были со мной. Всем мира, добра. До новых встреч, ребята.